Всем привет! Продолжаем смотреть на мосты Петербурга. Красногвардейский мост, пешеходный балочный мост-теплопровод через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга соединяет Казанские и Спасские острова, расположен при слиянии каналов Грибоедова и Крюкова вдоль четной восточной набережной последнего между домами 16 и 18. Образует единый архитектурный ансамбль Пикаловым и Староникольским мостами. Выше по течению находится новый Никольский мост, ниже Пикалов мост. Ближайшая станция метрополитена Садовая. Название известно с 1956 года и дано в честь 40-летия Петроградской Красной Гвардии. В 1820-м инженером Адамом был составлен проект пешеходного висячего моста через Екатерининский канал против Никольского рынка. Несмотря на то, что проект был одобрен, из-за финансовых проблем мост не был построен. Ну а существующий был построен в 1956-1957 годах в связи с необходимостью прокладки здесь труб. Проект составлен в институте Ленгипроинжпроект инженером Куликовым и архитекторами Орешевым и Васильковским. Длина моста составляет 22,5 метра, ширина 4,5. Покрытие прохожей части моста асфальтобетонное. При входе на мост установлены 4 гранитных обелиска с фонарями по типу фонарей на мостах Крюкова канала и низового участка канала Грибоедова. Входы на мост выполнены в виде раскрытых гранитных семиступенчатых лестниц. Ну вот и все, что написано в Википедии. Так вкратце про Красногвардейский мост, пешеходный балочный мост, теплопровод через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербург. Пока-пока, смотрим. До свидания.